Всем привет! Вы на канале «А ну-ка, давай-ка!» И сегодня мы будем выполнять слайм-челлендж. Правила очень простые, и их нам расскажет Бафюша. Мы поделились, как всегда, на две команды. Андрей с малышом и я с Анютой. Каждая команда будет выбирать ингредиенты и смешивать их. И чей слайм получится красивее, тот и победил. Малыш, ты все запомнил? Я запомнил. Хорошо, Анюта... Спасибо, пушистик мой. Итак, команды вроде бы готовы, пушистые болельщики вроде бы тоже готовы, значит, можем приступать. И первый ингредиент – это, конечно же, клей. Ага, это ПВА и прозрачный. Его беру. Я уже выбрала. Васюш, ты вот этот хотела? Да. Будет у нас стеклянный слайм. Малыш, девчонки выбрали прозрачный. Может, мы возьмем ПВА? Классная идея. Давай, берем. Хорошо. Ты отпустишь? Подожди. Малыш. Ладно. Итак, я тут смотрела разные рецепты, и мне кажется, к таким типам клея нужно добавить еще по ингредиенту. В ПВА мы добавим обычную воду. А к прозрачному средство для мытья посуды. Заполняем наши емкости. Я с дивана посмотрю, хорошо? Да, давай, Рыжуль. Надо не полностью баночку заполнять, чтобы хватило места для остального и было проще мешать. Честно говоря, я не знаю точных пропорций всех ингредиентов, так что делаем все на глаз. Если, ребят, вы знаете крутые рецепты, обязательно напишите их в комментариях, потому что мы пробуем делать слаймы второй раз в жизни. Теперь разукрасим наши слаймы! Ой, что-то откатилось. Эй, пушистики, вы чего? Давай, Бафюш, выбирай. Какие они все классные. Давай попробуем с этим. Ага, хорошо. А что это за цвет такой? Я выбрала вот этот. Баффи, ты кому дала? Мальчикам. А вдруг малыш другой хотел? Что скажешь? Зеленый мой любимый. Вот и отличненько. У нас будет зеленый слайм. А у вас? У нас? Не поняла. Что это за цвет такой? Ой, наляпала. Да. О, смотрите. Это же черный. У нас что, будет черный слайм? Вот это, конечно, прикольно. Не ожидала, что ты, Бафюш, черный выберешь. Даже не представляю, как он будет в итоге выглядеть. А у нас прям сметанка с яблочным сиропом. Да, красота, конечно. Смотрите, какая залипашка. Я когда смотрю такие залипательные видео, то сразу засыпаю. Спать еще рано, поэтому выбирайте! Ой, а что это такое? Это разноцветные блесточки или глиттер. Так сказать, украшения наших слаймов. Бафюш, выбирай первое. Я хочу такой. Можешь еще выбрать? Не, хватит. А я вот этот беру. Может, еще этот взять? Покажи, что там. О, розовые. Андрей, я еще эти хочу взять. Так, какие? Эти? Нет. А, извини, не заметил. Выбор сделан. А у нас вот такие зелененькие блесточки. А у нас розовые, и они так переливаются. Думаю, будет круто смотреться. Но это не точно. О, ребят, смотрите, это зеленый космос. Ах, как все сверкает, прям загляденье. А у нас клей непрозрачный, и он просто поглощает все блесточки. Думаю, уйдет вся баночка. Я, пожалуй, тоже добавлю. Кстати, этот набор для создания слаймов мы уже показывали на Бафюшином канале и сказали, если видео наберет 15 тысяч лайков, то мы сделаем слаймы. Я же еще вам не показала супер крутой набор, который нам подарили. Ой, Рыжулька, на тебя попала ложечка. Ребята, это набор для создания лизунов. И если вы хотите видео с лизунами, давайте наберем всего лишь 15 тысяч лайков. Ну так вот, под видео уже 22 тысячи лайков. И вот оно, долгожданное видео. Малыш тут еще и синие блесточки выбрал. Только что-то их тут не сильно видно. Да и вообще, блестки не блестят. А это у нас бусины, стразы и бульонки. Если что-то нравится, можем добавить. Такие розовые, например. Супер! Берем их! О, класс! А я тогда такие возьму в баночке. А что это такое? Сейчас разберемся. Выбор сделан. Это уберем. Ребят, малыш, оказывается, выбрал желтые бульонки. Это такие маленькие шарики. Первый раз слышу такое название. А у нас самоклеящиеся стразы. Я их покупала для Бафюшиного поводочка. Думаю, надо все стразики закинуть. Все бульонки! Малыш, ты уверен? Смотри, каких тут много. Покажи. В самый раз, засыпай. Ну, как скажешь. Но выглядит, конечно, классно.
Мне лично вообще нравится то, что у нашей команды получается. Это какой-то зеленый космос с розовыми звездами. Или экзотический сказочный фрукт. А сейчас, думаю, самое время добавить последний ингредиент. Это загуститель. Перевести эти символы мне не удалось, поэтому не знаю точно, что там, но уверена, что загуститель. А вдруг у нас ничего не получится? Что тогда? Так, все у нас получится, не паникуй. Судя по рецептам, этой жидкости нам понадобится немного, чтобы слайм был мягким и тягучим, а то получим резиновый супчик. Пафи, хочешь резиновый супчик? Нет, спасибо. Так, и в наш слайм добавлю. И нужно все хорошенько перемешать. Уже что-то начало густеть, но надо вымешать все до состояния слайма и при необходимости добавлять загуститель. И давайте посмотрим на результат. У команды мальчиков получился вот такой слайм. На ощупь он очень нежный и мягкий. Под пальцами чувствуются бульонки. Так, отлично, легко достается из баночки и не липнет к рукам. Цвет у него нежно-зеленый, с желтыми, голубыми и розовыми вкраплениями. Думаю, самое время посмотреть залипательный фрагмент. Перейдем к слайму команды девочек. На ощупь консистенция менее мягкая. Под пальцами чувствуются большие стразы. От баночки слайм отделяется тоже очень хорошо. Из-за большого количества зеленых блесток черного цвета совсем не видно. Поэтому теперь это не зеленый космос, а что-то другое. Но вы посмотрите, когда слайм растягивается, то он будто теряет цвет и становится серым. Просто невероятно! А розовые стразы смотрятся очень необычно. Ну что ж, позалипаем с вами еще немножко. Кстати, где наш слаймик? Вот, смотри. Ты же не против? Я поставлю его у себя в клетке. Эй, постой, надо же видео доснять и проголосовать. Эй, малыш, просыпайся, смотри, какой у нас слайм. Хочешь шляпку себе? А что? Какую шляпку? Вот. Не хочу, спасибо. Ну и зря, по-моему, прикольная бы получилась. Пафи! Ну что опять? Я спать хочу. Малыш, ты что-нибудь делаешь, кроме сна? Да, просто сейчас очень жарко. Малыш, ты видел, какой у вас слайм получился? Такой мягенький. Ну, конечно, видел. Думаешь, ваша команда победит? Я не знаю. Давайте уже голосовать. Ну, хорошо. Видимо, залипательные моменты совсем усыпили малыша. Тогда, ребят, давайте проголосуем за слайм команд мальчиков или девочек. Вот тут на подсказочку нажимайте и голосуйте. А вообще, думаю, мы могли бы покрасивее слаймы сделать. А кому понравилось это видео, ставьте лайк. А на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч.